Накануне Сургут вновь тонул в лужах. Сильнейший многочасовой дождь привел к тому, что в городе выпала почти полумесячная норма осадков. Ливневая канализация местами не справлялась с потоками воды. Из-за этого оказались подтопленные участки улиц Островского, проспектов Ленина, набережной Пролетарской, Нефтеюганского шоссе. По словам пользователей социальных сетей, на некоторых отрезках магистралей потоками дождя вымыла смесь, которой ремонтные бригады засыпали ямы на дорогах Сургута. В одной из выбоин на улице 30 лет Победы даже провалился автобус. Самостоятельно пассажирский транспорт выбраться из лужи не смог. Выводить, можно даже сказать, эвакуировать пассажиров помогал водитель автобуса.